Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Эдриус, и сегодня мы играем в прикольную игру под названием «Бога-бога», ребята. Эта игра сделана для развлечения там. Ну, давайте, может, что-то даже скрафтим. Вот, у нас два дерева есть. Так, сейчас заберемся на нашу лодочку. Кстати, ребята, вы знали, что в этих океанах сейчас водятся акулы? Их можно приручить. Моя цель — построить убежище и добраться до туда вот. Но перед этим нам надо покушать. У, еда. На. Бьем просто по спине. Есть. Просто бьем по спине все что угодно. О, кстати, ребят, потом мы, кстати, сделаем рогатку сейчас. Я вот этого домочу, улитку. Заберу с нее камень. И потом вы поняли, что... Ну, во-первых, тут у кого-то... Вау, тут у кого-то хорошенький домик. Сейчас сломаем тут. Тихо, ребяточки. Сейчас мы тут... Стоп, тут что, вход лезть? Да, ребята, хозяин забыл закрыть вот свою штуковину. И сейчас мы ее разрушим. Так, просто ломаем. Просто давайте сломаем его базу, сейчас сломаем. Хотя не, это очень долго, и понятно, вам это надоест. Но там я вижу одну недостроенную базу. Ну, она нам не надо. В принципе, сейчас нам надо только инструменты. Сейчас мы сломаем вот эту вот штуковину. И заберем вот так вот деревца. Так, что у нас есть для крафта? Мы... Понятно, что мы не можем скрафтить. Но мы можем скрафтить вот это вот, ребят. Да, ребят, мы можем скрафтить вот такую вот штучку. Так. Просто берем. Ой. Ну. Что еще говорить? Нормально. Ребят, я просто не знаю, что сказать. Ну, почему бы и нет? Хорошее убежище? Не знаю, почему. Но хорошее убежище. Так, возьмем наш топорик и просто рубим деревце. Так, рубим деревце, просто нам нужно деревья. О, палочки берем. Так. Ребят, сейчас... О, а что это такое? Ребят, я до сих пор не пойму... Что это за фигня? Ну, давайте будем ждать с дубинкой. Привет, бандиты. Бьем. О, забрали. А, это долго ломать. Так, куда же мы сейчас пойдем? А может, вот эта вот штука? Разобьем. О, а это можно есть? Не знал, конечно. Но мы это не будем... А, это что-то такое, что у нас забирает баг. Какой-то баг. Так, просто вот рвем вот это вот. А, понятно, я теперь понял, откуда брать вот эти вот штучки. Ага, это маленькое дерево, но наша задача — добраться до туда. Так, ломаем вот это вот деревце. Умершее дерево, но оно нам не нужно. Поэтому мы его и сломаем, ребята. Так, просто берем. Так, берем его. Ну, вот это сколько мне тяжело, понятно. Так, что нам можно скрафтить? Вот, можно скрафтить нам лодочку, которая как раз нам сейчас и пригодится. Но перед тем, ну, мы уже скрафтили лодку. Блин, управление ужасное. Но я хочу себе... акулу завести. Да, ребят? Завести акулу. Вам приходило в голову просто завести тут акулу? А? Конечно же нет. О, а там база какая-то. Сейчас мы до нее доплывем. Окей. Сколько еще плыть? Так. Ля-ля-ля. Окей, подождем немного.
Вот, ребята, мы и приплыли. Сейчас мы слезем с нашей лодочки. Да, вот. Сейчас мы слезем с нашей лодочки, достанем вот такую вот штучку. И вот это просто будем бить. Давайте, почему бы и нет? Давайте это будем... О, нет, это, ребята, я не буду бить. Ну, давайте разобьем хоть его убежище, ребята. Так, бьем. О, это долгое дело, поэтому нет. Там какие-то два игрока. А, это точно, они меня будут убивать, бить. Они меня никто тут не любит. Ну, окей, какая разница, так. Ой, стоп, на кустиках еда. Еда, на ура, ой, а это что? Стоп, это же паркурчик. Еды. Это же паркурчик. Вот так вот. Блин, не допрыгнул. Давайте еще. А что я прыгать не могу? Алло. Блин, оп, прыжок. Стоп. Что? Мне замораживает прыжок? Стоп, это какая-то фигня. А что я сюда не могу пройти, а? А что я сюда не могу пройти? Ну ладно, раз не могу пройти, значит паркур, оп. Ага, значит тут стоит льдина, которая мне не дает пройти. Ну, что поделать? Так, это что такое? Я не могу никого завести. Эх, ну ладно. Раз не могу никого завести, значит никого не могу завести. Значит, это моя судьба. Судьба быть без пэтиков. Ребят, у некоторых вместо камня очень обалденное оружие. Но у меня этого нету. Так, давайте срубим. Вот так, вот это вот так. Вот эту вот штучку. Там целая банда игроков. Пацаны, примите меня, пожалуйста. Я добряк. Так. Варяем вот это вот. Ну, слушайте-ка, а? Ну, ладно. Будем зелеными. Окей. Мы, получается, зеленые. И где наш дом? Так. Где-то там, где наш дом? Так, где наш домик? Так, понятно, домика нету, но мы можем скрафтить сами дом. Дом? Ну, то есть наш дом. Да, ребята? Наш домик. Поэтому, блин, чуть не упал. Мы идем сюда, крафтим хатик, нашу хату. И все, хата готова. В принципе, хата мне нравится. Так. Это что такое? Так. А, это у меня портфель. А, это что? Это... Я не знаю, что это. Но я знаю... Но вот одна штучка, что я не знаю. Дед, пожалуйста, не убивай меня. Одной штучки, что я, ребята, не знаю, реально не знаю. Это как тут вообще... А, это наш тотем. Как вообще тут найти самоубежище? Алло, пацан, слышь, тихонечко. Пацан, пожалуйста, не надо. Я тебя умоляю, ну, раз... Да, как он меня с одного удара лопнул? Я не понимаю, ребята. Как он меня с одного удара лопнул? Вот это я реально единственное не понимаю. И одно не понимаю, как вернуться домой. Ребята, как вернуться домой? Нет, я хочу домой. Блин, я, ребята, не знаю, как вернуться домой. Стоп!
Я же поставил тотем. Так, ищем, ищем, ищем. Как же я там искал это? Так, 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 так. Так, 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 блин. Как же я показывал, где наш тотемчик? Я забыл, но, ребят, если вы играли в Бога-Бога и знаете там, ну, стоп. Например, вы знаете там, как там дойти до этого, там, так, так. Блин, меня лупят, ну, я сейчас его тоже залуплю. О, смотрите, ребята, стоп, а почему мы не друг друга не можем бить? Непонятно. Вот. Бога-бога очень странная игра, потому что мы друг друга бить-то не можем. А вот я на лодочке-то уплываю, пока, братан. Давай, садись со мной. Полетели. У-ху. Ты куда пошел, а? Так просто, ребята. Плывем, плывем, мы плывем. А куда плывем, я не знаю. Мы не знаем, куда плывем. А куда мы плывем? Я не знаю этого. Угу. Я не понимаю ничего. Ничего. Я даже не пойму, как показать, где твое убежище. А сейчас мы плывем, плывем. А сейчас мы плывем, плывем. И акулу мы видим, мы видим. И акула идет до нас. И акула идет до нас. И мы приземлились на берег. И сейчас мы не знаем, что делать с этой акулой. Она меня хочет укусить, но я этого просто не дам. И сейчас я возьму вот такую штучку. Думаю, как приручить акулу. Угу. Я просто не понимаю. Ага. Тут акула, значит, стоит. И не дает она мне никуда. Никуда уплыть не дает. Но это плохо, потому что я сейчас ее попробую приручить. И поплыть к врагам на акуле, как крутой пацанчик. Буду искать я это в... вот тут. Хм. А может даже и нет. Сейчас я знаю, что сделаю. Сейчас поставлю сундук. Открою его и поломаю опять. А вот там акула и опять. Ага, ребяточки, вы мне, пожалуйста, скажите, как находить, где твой дом? Да, да какая разница? Да хоть скажите, как приручить эту акулу? Просто скажите это мне, и все. И я вам ничего не сделаю. Скажите это мне, пожалуйста. Скажите мне это, пожалуйста. А сейчас я кое-кого убью. Я сильно хочу есть. Но это неправда, а? Потому что я пойду туда. И там я и начну свой путь. С моей жизни. Окей, ребят. Я вижу там какую-то крепость. А еды тут-то валом, ребята. О, не ожидал, не ожидал такой встречи. Ну, спасибо, конечно, спасибо. Так, не ожидал такой встречи меня. Так, просто едим. Едим! Просто... Нереально. Просто берем и ломаем, почему бы и нет, а? Просто нас так встретили доброприятно. И реально, мне реально приятно. А ну-ка, что в сундуке? Хм. Не, сундук долго ломать. О, а ты кто?
А ну иди сюда. На тебе, на тебе, на-на-на-на-на-на-на. Ой, мясо. Как хорошо так. Просто ломаем куст. Дельфин. Это же акула. Это мертвая акула. Ну, мы ее съем. Ну, я ее съем. Да, ребят, я съем акулу. Почему бы и нет? Я это вообще ее даже уже съел. Так, ягоды забираем. Куст тоже с собой берем. На всякий случай. Не, реально, на всякий случай. Так, теперь нажимаем на цешку. Так, 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 так. Так, лодочка, лодочка. Ставим лодку и уплываем отсюда. Интересно, ребята, почему Бога-Бога сделано по островам? Ну, вообще это не важно, что Бога-Бога там по островам сделано. Самое важное, это то, что нам надо подняться туда. И это уже наша цель. Наша цель подняться туда. Да, ребят, наша цель подняться туда. Почему бы и нет? Окей, ребятки. Где-то там реально должен находиться мой дом. Потому что если я умираю, мой дом вообще должен оставаться. Но если меня сейчас схватит акула, я просто ору. Так, ребяточки, так, что у нас в чате? Ну, ничего интересного, в принципе. Еще! Вот это мне нравится. Еще одна акулка. К нашей коллекции в животе. А нет. Почему бы и нет? Наш домик убрался. Ну окей, забираем вот все фрукты. Так, блин. Ну, а это просто тотемчик. Ну, понятно, мы его можем сломать, но не будем. Потому что это тотем нашей команды. Нету команды, нету тотема. О, ребята, да, наша жизнь поднимается и поднимается. Нет! О! Я так напугался, нафигался так. Ничего себе, тут ничего себе. Слушай, ребята, нормик. Пожалуйста, не трогай меня, не, реально, не трогай меня. Я добрый. Не, пацан, я добрый, я тебя не буду трогать. Да не буду я тебя трогать, что ты перестал? Так, так, просто берем наш камень и собираем все, что есть. О, у меня топор! Он меня собирается глушинуть. Нет, нет, пацан, пожалуйста, нет, нет, нет. Пацан, не надо! Пацанчик, пацанчик, пожалуйста, не надо. Пацаны, нет! О! Ну зачем вы меня убили? Вот вы гады! Что это было? Ну... Что? Ребята, мне страшно. Я вообще на другой территории. Ну, давай. Что? Я думал, это обычная игра. А тут дышать еще надо. Ну. Не знал, что тут надо дышать. Фух, игра-то хардкорная. Но так. У меня вообще мало жизней. Я несу очень много. Акула ко мне чуть не приблизилась. О, мяско. Ай, или что это? Не знаю, что это. Ну, я знаю одну вещь. То, что я тут уже был. Кир. Ну, давайте убьем оленя. На, оленю по попке. Так, о, нас тут хорошо приняли, кстати. Поедим. Чего? О, это же отравленная еда. О. Это отравленная еда, ребята.
Никогда такое не ешьте, реально. Бе. Фух. Ну, сейчас я поправлю. Не бойтесь, оно все хорошо. Как больно. Реально, ребят, мне... А ну-ка. Опа. Ребята, я прохожу... Ребята, паркур мастер. Воу, панк, чики чики панк панк. Ну и чё, я прошел паркур. Ну а паркур то вранье. Ты чё? Фух, ну в принципе, стоп. Там лежит хот-дог! Это первая моя еда в 3 года. Фух, фух, смотрите, у меня волосы распотряженные. Угу, где мне бы пожить? В принципе, я уставший. Дома нету. А можешь мне тут переночевать? Ну, стоп, почему бы и нет? Я тут переночую, но... Ну... Ладно. Так, что у меня тут? Ту-ту-ту-ту-ту. У меня есть сундучок, так. А мы просто залезем вот сюда вот. Просто вот сюда вот залезаем. Смотрим. Тотем наш? Наш. Все, теперь просто лезем. Готовим камень. Ты шо, Скайроб? Не, я-то не буду ломать. А вдруг пригодится? А? А вот реально, а вдруг пригодится? О, пацан, у меня база. Я напишу, так. Я напишу сначала, потом напишу Готим. Вот, я написал ему команда. Ну, почему бы и нет? Почему бы не ввести команду? Так, Раф. Эх, так. Пожалуйста, пропусти меня. Чего? Ну ладно, я думал, что-то интересное. Ой, нет, пацан. Я тебя умоляю, только не надо меня убивать. Пацан, я тебя прошу, только не убивай. Реально, я тебя прошу, только не убивай. А, я не могу залезть сюда, ребята. Блин. Но придется по-старому залезать. Конечно же, придется вообще никак не залезать. Так, тихо. Тихо, тихо! О, нет, не падай. Не падай, пацан, нет! Ай-яй-яй. Ай, ногу поломал. Но мы же мужички, в принципе, мы пойдем дальше. Так, ребят, будем заканчивать, когда мы доберемся до туда. Я напишу, что... Стоп, а можно его даже добавить в друзья? FF3. А ну-ка, где этот FF3? Вон, на. Трус. Нет, я новичок. Я просто вот так, я новичок, ребят, я реально новичок. У меня первый раз эта игра под экраном, но я ее записываю, потому что я записываю. Прощаю. Окей, ребят, но он, в принципе, со мной подружился, но... Но все равно ему лучше не доверять, потому что вдруг... Ну, ладно, ребят, в принципе, я не могу залезть никак. Да, ребят, я не могу залезть. Стоп.
Стоп, подождите, он спросил, я русский? Я русский. Пишу, я русский. Да, он меня спросил, а я ему отвечаю, да. Прими меня. Куда? Я пишу ему, куда тебя принять? Куда тебе еще принимать? Я его просто не понимаю. Вот ты же видишь, у меня только вот камень. Вот у меня больше ничего нету. В команду. Как? Я напишу. А чего у всех такие странные ники? FFFDV, так. Где этот FFFDV? Вот. И меня. А как? Я напишу, а как? Я же вообще даже не знаю, как. Ну, давайте попробуем как-то принять их. Может, вот так вот. Либо... А, вот. Я понял уже. Так. И вот это вот. Tribal Invite. Все. Я всех пригласил. Ну, окей, ребята. Сейчас наша задача пойти туда. Стоп. Я ему не попрошу помочь. Поможешь забраться туда? Поможешь забраться туда? Вон туда вот. Мне именно туда. Да, пацан, мне туда надо. Да, мне надо туда. О, он да написал. Это типа да. Но как же мне залезть, если тут все, в принципе... О, ребят, я залез, так? Тихо. О, я пошел. Так, идем. Так, просто вот так вот идем. Спасибо, напишу. Что? Чего? Меня исключили из банды. Я напишу, меня исключили из банды. Тихо. Да. Все, я принимаю. И вот этого вот пацана. Все. Я его принял. Вот, ребята, в принципе, мы уже сюда забираемся. Да, мы... Чего? Это что такое? О, не-не-не-не-не, я это лучше не буду ломать. Так. Это я тоже лучше не буду ломать. Так, ребяточки, мне чего-то, что надо найти. О, не-не-не-не-не, туда я не полезу. Так, мы, в принципе, уже наверху. Но как сюда попали животные, я не знаю. Я напишу спасибочки. Ну, давайте, в принципе, построим там домик. Ну, домик. Чего? У меня нет 3 палок. Это же легко починится. Я мистер пацан. Поэтому я все спасу. Ломаем, берем. Так, сколько тогда палок надо было? Так, давайте тут порубим пока. Так, рубим. Берем. Сколько же еще осталось? Так, еще последненькое и все. Последненькое деревце, и я смогу скрафтить себе сам домик, ребяточки. Так, собираем. И крафт. Чего? Надо 3 палки. А где я возьму палки, если я их уже взял? Это очень странно. Так, сейчас, может, я вообще даже нарублю, так. Ну, палка. Подождите, я у него спрошу. Спасибо. Ну, как ты это выкинул? Спасибо, но как ты это выкинул? Не, ну реально, спасибо ему, но как он реально это выкинул? Так, ломаем тут. Так, получаем палочку. Так.
Сейчас, ребят, я кое-что сделаю. Вот, в принципе, три палочки у меня уже есть, но сейчас... Чего? Я не могу скрафтить убежище. Но почему это, ребят? Мне надо три палки. Ой, то есть не три палки. А что это такое там было? Так, что это? Вот что это такое? Я могу скрафтить вот такую вот штуку. Смотри, я ему хочу сказать кое-что. Я напишу мы на верхнем острове. Я напишу ему, я не могу скрафтить дом. Мне надо три хелкота. Да, на летающем чего-то. Но у меня есть лист. Ну, ребят, в принципе, смотрите, мы поднялись сюда, мы спустились сюда, мы подружились с кем-то. Ну, давайте, в принципе, будем прощаться. Давайте, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам, ребят, не понравилось это видео, то пишите в комментариях. Ну, всем пока, до новых встреч.